И у меня, короче, три карасика, олень и щука. Щука на сколько примерно? Всем привет! Решили съездить на Днепр, Херсонская область, село Кизымыс, рыбацкий хутор. Решили поохотиться до начала запрета, поискать весеннюю щуку, возможно, с икрой. Первый день охота явно не удалась. Всего лишь один из нас четверых стрельнул щуку где-то на 3-4 килограмма. Но на второй день все было явно ярче. Заходи, давай. Пивка? Что там? А, пива нету. Что-то надрезаешь тут, да? Надо было показать, как с палочкой щитить. Да? Теперь здесь надрезать, да? Да, вот. Кишку. Ага. Теперь вот. Подержал, проберешь. И вырываем прям с кишками. Понравилось видео? Оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, подписываемся.